Мир тэлебачання невядомы нязведаны мною. И я зараз тут, каб поправить это непразумение. Зовут меня Яна Хаданович, и зараз мы с вами познаёмимся. У далеком 1990 году, когда я з'явилася на свет, про тэлебачанне я еще ничего не ведала. С часом ситуация изменялась, становление особы, годы навучання у школы, выпускны, коллежи мастацтваў. Як бачите, все это вельми далеко от тэлебачання, бо это пошук себе, который протягивается и зараз. Гэты пошук привел меня на филологический факультет у БДПУ имя Максима Танка. Яким чином не ведаю, напэўна, неверагодна любов до родной мовы. Але так здарылася. И вот в один шаровный день все стало на свое место, когда 24 липня 2012 года я доведалась, что стала студенткой театрального факультета Белорусской Державной Академии Мастацтва. Так, не удивляйтесь, с огню до полымя. Намагания, рашучасть и упартость перемогли у всех и все. 4 года пролетели вельми хутка, и вот он, долгочаканный диплом актрисы драматичного театра и кино в руках. За что великая удяжность заслуженному артисту БССР Владимиру Андреевичу Мишченчуку. Миновито ён вывел меня у света и подарил крылы. А теперь я маю гонор працевать им разом у кино и на одной сцене у театра студы киноактера. Это неверогодный гонор и у той же час великая отказность. Вот таки мой шлях, коли коротко про это казать. А до вас я пришла, как поспробовать свои силы у нечем новым и неведомым, и кто ведает. Может, я буду здольна до этого, у меня нечто, да и отрымается. Хотя, в принципе, я в этом не сомневаюсь. Бо, как сказал Константин Сергеевич, треба сподеваться, и я у это веру.